Всем салют и добро пожаловать на прохождение игры Mortal Kombat! С вами Андрей Доцент. Ну что, Скорпион у нас на очереди. Какая у нас глава? Хрен знает, я уже забыл. В общем, Скорпион. О, тихо! О, так кунла у меня валит, слишком он импульсивный. Так. Тихо. Так. Так, ну, Скорпион, ты должны быть простые комбинации, насколько понял. Они не менялись никогда. Так. Раз. Ох ты, зараза. Так. Отлично. Есть. И давай еще раз. Полетели. Так. Давай. Прыгай. Телепорт — это вообще вещь у Скорпиона. Черт. Ух ты. Нифига себе. А что он еще умеет? Есть. Отлично. Так, давайте еще раз. Надерем задницу этому шалинскому монаху. Так. Зараза. И вот так вот. Есть. Притянуть его. Так. Зараза. Есть. Так. Есть. Так. Телепорт. И еще раз телепорт. Так. Зараза. Давай-ка. И в воздухе. Ух ты. Нифига себе, огненный кулак. Есть. Достал. Достал я его. Все, ну, Скорпиона могла играть классно. Ты пока что не воин. Кунлао! Как ж так-то, а? Захотел выебнуться и на тебе. Слушай, как тебе говорят старшие, тебе не победить в этом бою. Да. Я одолел противника, Шан Цунг. Я требую Саб-Зиро. И у этого сходу видения, как Скорпион убивает Саб-Зиро старшего, и тот становится Нуб Сайботом. Ты не вправе ничего требовать. Найтвульф! Так, следующий соперник. Твоя агрессия неуместна. Что ты знаешь о моем прошлом? Ты не единственный, у кого пострадал народ. Да. Скорпион вообще как бы нейтральный перс. Но я нашел новое предназначение служения духом. Я не цепляюсь за прошлое. Ты более не ищешь возмездия? Ты позоришь свой род. Я почту память своих павших близких. Да, этот чувак одержим только жаждой мести. Ух ты, нихрена себе. Найтвульф, ты чё? Так. Ух ты, комбо-брейкер. Так. Чёрт! Так. Есть! Вот ништяк! Так, я понял, как надо действовать. Атака и цепь. Есть. Раз. Есть. Вот так вот. Ну, Скорпион вообще, конечно, здравый перс, он мне всегда нравился. Так. Давай, иди сюда. Ох ты, зараза. Так. Гори, бля. Ух ты. Какой, а? Молнией дарил. Ну ладно. Тучки призывает, чтобы меня ударить, но у него не получится. О, что, прямиком в рай? А, нет, он возродился. Так, ладненько. Есть! О, хорош! Классно. Ой-ой. Все нафиг. Легкие менять придется. Так. Есть! Так. Зараза. Ух ты! Так. Черт, словил я! Так. Ух ты! Чисто наугад комбинацию. Ты что такое было? У меня за шею поймал? Так. Увернулись! Есть! Уничтожен. Победили волчару. Духи покинули тебя, шаман.
Впечатляющее начало. Ты тратишь мое время, колдун! Так, терпение, Скорпион. Терпение. Ты скоро сразишься с Саб-Зиро. Да, у Скорпиона, конечно, тоже очень тяжелая судьба. Подставили здорово, семью убили, клан убили. А он еще и в аду не смог сгореть даже. Скорпион, я понимаю твою жажду мести, но Найтвульф прав. Есть другие способы обрести покой. Саб-Зиро заслуживает смерти. Победи Саб-Зиро, если должен, но не убивай его. Я боюсь, что его смерть станет причиной становления более мощного врага. Я отомщу. Пощади жизнь Саб-Зиро, и я попрошу старших богов вернуть Ширай Рю в царство смертных. Сделай это. Согласился. Да. Бедный-бедный Скорпиончик. Живет только жаждой мести, и он непобедим, кстати. Его нельзя убить. Я понимаю, что есть польза в плане Великого Магистра, но его план идет вразрез с принципами Лин Куэй. Мы из Лин Куэй, Сайрекс. Мы подчиняемся приказам Великого Магистра. Это значит отдать нашу свободу воли, наши души? Скорпион. Твой жалкий клан уничтожен. Скоро ты к нему присоединишься. Мой клан еще может возродиться. Так. Так. Поединок. Скорпион. И Сайрекс, и Сектор. Двое против одного. Ну ладно. Этот уже успел сесть. Так. Ну ладно. Сейчас я вам покажу. Так. Поймал этого. Есть. Ух ты! Нифига себе наводящую выпустил. Нифига себе у него комбинацию скорпионища. Так. Так, давай, 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 уворачивайся, уворачивайся. Черт, что это было? Черт, стойте. Так. На! Раз! Отлично. И два. Вот так вот. Все ему попереломал нафиг. Так, зараза! Заразу! Блин, их двое, я путаюсь конкретно. Так. Так. На тебе! Так, увернулись. Черт! Черт! И давай этого! Черт! Есть! Фух, это было жестко. Так, 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 так. Ну давай. Так, отлично. Черт! Так. Да что ж ты не сработал-то, а? Цепь грёбаная. Так. От зараза. Так. Поймал меня, а, зараза. Так. Черт, он ловит меня сверху. Так. Удар. А, не проканал. Так. Черт. И этот еще, вот только тебя не хватало. Так. Блин, а. Их двое, ё-моё, двое, я просто теряюсь. Кому какую тактику применять? Вот это вот всегда убивает просто. Так. Так. Есть. 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 Черт, а, все-таки подловил меня, засранец. Так. Еще раз. Так. Так, отлично. Зараза. Есть. Отличненько, поджарил я его.
Что это было? Отличненько. И в атаку. Есть, с двух. И двоих шибануло. Так, апперкотик. Так, увернулись. Зараза! Так, все. Фу, замочили их. Я отомщу, но не буду убивать Саб-Зира. Отлично. Не будешь? Или не сможешь? А вот и он. Ты... нашел своего заклятого врага. Все Шираэрю мертвы, и ты будешь страдать, как они. К черту твой клан! Нет, к черту тебя! Так. И вот они оказались в нереальности. Аналог ада. Царство небытия. Здесь я возродился. И здесь ты заплатишь. Вон все горят. Так. Так. Давай, вали его. Раз, раз. Отлично. Еще раз. Так. На тебе мечами. Так. Гори, 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 гори. Вот так вот. Есть, есть, есть. Отлично. Так. Есть. Почти в сухую я его сделал. Но не совсем. Сзади трехглавый монстр какой-то здоровый, нифига себе. Так. Отличненько. Захват. Так. На тебе. Отлично, сгорел. Так. Отлично. Есть! О, хорошо! Все! Он уже, по идее, без сознания от такого удара. В сухую я его сделал, да? Flawless victory. Это здорово. Я отомстил за свою семью и клан. Так, что у нас тут? Это и есть твое возмездие? Скорпион. Убей его. Я не стану. Я его победил. Ты забыл? Сейчас что-то он сейчас хочет. Что это? А это, видимо, момент нападения на клан Шираэрю. Далекое, как бы говорится, прошлое. Нет. Вот, клан Лин Куэй уничтожает клан Шираэрю. Хладнокровно и жестоко. Да. Самое, что интересное... Самое, что такое вот интересное и несколько неожиданное, так это то было, когда я узнал то, что все вот это вот... То, что он показывает, это всего лишь иллюзия. И то, что... Тут у нас изображен Саб-Зира. Это всего лишь плод магии. Твой клан, твоя семья. Вот жена с дочкой. Кстати, кому интересно, вот сняли новый такой мини-сериальчик под 5-10 минут серии. Mortal Kombat Наследие. На ютубе есть, если кто хочет, может найти, посмотреть. Даже в переводе. Да... Его жена, дочь. И всех просто в кашу. Конечно, можно понять Скорпиона. Всего лишился. Нет! Так. Он говорит, это не я! Ух ты, боже мой. Но этого Саб-Зира не делал, это точно. Это я вам так приоткрою завесу тайны. Все замутил Кван-Чи. Да. Вот так вот. Фаталити. Ауч. Да, все, что осталось от Саб-Зира старшего. Нижняя челюсть.
Да, круто. Очень круто. Несмотря на все мои усилия, видение сбылось. Печальный конец. Когда-то он защищал царство Земли от армии царства небытия под предводительством Шинока и Куанчи. Скорпион заплатит за это. Ну, Сабзиро сам написал свою судьбу. Сам написал? Лин Куэй и прежде принимали губительные решения. Такие как кибер-инициатива. А, их всех в киборге же хотят сделать. Я один из тех, кто против клана плана Великого Магистра. Они из-за этой кибер-интуиции, господи, кибер-инициативе, лишат наших инстинктов. Ты выступал против участия Лин Куэй в этом турнире? Ну, нас пригласил Шан Цунг. Он заплатил вам за убийство воинов Царства Земли. Предаете же собственный мир. Я ожидал большего, даже от ассасинов. Да, а ваш, походу, магистр уже всем продался, включая внешнему миру. Все просто. Любопытно, что в этой игре я никогда не знал, что Сайрекс темнокожий. Ну, знал, но это потом, после, в четвертом Mortal Kombat. Это было... стало ясным, когда его разобрали. Глава четвертая, Сайрекс. Да. Кто там у нас? Ух ты. Барака и Шива. Что вы делаете? Я здесь не для того, чтобы с вами драться. Мне поручено убить Джонни Кейджа. Шан Цунг более в тебе не нуждается. Что это значит? Он решил расторгнуть ваш договор и покончить с тобой. Вот так вот. Видите ли как? Стоило нам немного потрепаться с Рейденом, как нас тут же записали в предатели, грубо говоря, и решили с нами покончить. Ладно. Пусть попытается, как говорится, но будут они пытаться не сейчас, а в следующей серии. Я с вами прощаюсь. С вами был Андрей Доцен, не забывайте подписываться, ставить лайки, разумеется. Обязательно комментируйте, а также заходите в группу ВКонтакте. Ссылочка снизу в описании под видео. Все, друзья, всем пока.